что мы иногда выступаем, мы еще готовим новую программу. И несколько песен из этой новой программы мы споем без тебя, Сергей. Слушай, не запоминай. Завелися кудри, повелися, да удалого доброго молодца, да удалого доброго молодца, да что Ивана, то Ивановича, да что Ивана, то Ивановича, да не сами кудри завелися, да не сами кудри завелися, вела кудри невестушка, да Катерина, то Ивановна, да Катерина, то Ивановна, да завивала, приговаривала, да завивала, приговаривала, да ты умел хорош родитися, да ты умел хорош родитися, да счастливый ты талантливый, да раз счастливый ты талантливый, да говорливый ты забавливый, да говорливый ты забавливый, да на невестушек ты счастливый, да на невестушек ты счастливый, да на молодушек талантливый. Песня у нас прогресс. Да, не хочется останавливаться, поэтому иногда вот эта дана вылетает. Так прямо крутилась и крутилась. Фу. Ну и как всегда песня про семейные отношения прекрасные наши. Домашнее насилие. Потому что да, традиционное в русской культуре. Под горою дива, под горою дива, жена мужа би, ила жена мужа би, ила жена мужа била, жена мужа била, не худому мчи, ила не худому мчи. Ила вей-вей, муша боре, вей-вей, муша боре, плети женила, а те плети женила, а те среди торгу на базаре, среди торгу на базаре, барабаны би, или барабаны би, или барабаны били, барабаны били, указы чита. Али указы читали, ну указы читали, указы читали, солдат выбира, али солдат выбира, али мой муж да негодный, мой муж да негодный, никуда не годный, никуда не годный. Одны ни в солдаты, ни в майоры, ни в солдаты, ни в майоры, не бить бараба, они не бить бараба, они только пригодился на печи валя, отца на печи валя, отца на печи валяться, на печи валяться со мной три пера. Отца со мной припираться. Да. Ох ты, батюшки, батюшки. Раньше солдат забирали на мобилизацию аж на 25 лет в рекруты. Рекрутизация. Чего? Рекрутизация. Да, рекрутизация теперь по-другому называется. И соответственные песни пели, прямо скажем. Не саморадостные? Не очень.
Там летел павлин, там летел павлин через улицу, через улицу. Он сранил перо, он сранил перо середу. Я нашла человека, который умеет делать. Смотри, у меня лучше всех получилось. Отлично, получилось.